Это сверхострый сорт перца Чигуана Шоколад. Вот такой вот красавец у нас растет. Он растет у меня в открытом грунте. Урожайность у него просто бешеная. И столько плодов, что он даже один куст, вот он, бедный, упал. От того, что столько навязалось плодов, что он не в состоянии просто их выдержать. Острота этого сорта составляет от 800 до 1 миллиона сковелей. Это очень и очень острый перец. Срок созревания у него 120 дней. Высевать его надо на рассаду где-то с 5 по 10 января. Почему? Потому что срок у него всего 120 дней. Вот видите, какой красавец, смотрите. Просто супер. Плодов очень-очень-очень мало. Смотрите, сколько плодов. Вот они прямо друг на друге. Вот. Вот навязалось просто нереально. Сейчас я попробую поднять и показать вам. Просто на одном кусте больше 50. Он падает, бедный. Вот, смотрите, что тут творится. Это вообще просто нереально. Очень хороший сорт. Очень-очень острый. С него можно готовить сверху острые соусы, которые просто у меня знакомый пробовал его, этот перец, в прошлом году. Он сказал, что это перец самой преисподней. Никогда в жизни ничего не пробовал острого. Хотя у него острота до 1 миллиона. Очень высокоурожайный. Его можно выращивать как в открытом грунте, в теплицах. В теплицах он может достигать до 1 метра в высоту. Вот у меня в открытом грунте он где-то сейчас сантиметров, наверное, 50. То есть погода не очень, жара сильная, и он как бы приостановился в росте. А так он может достигать 1 метр в высоту и где-то сантиметров 60 в ширину. Это очень интересный сорт. Очень. Смотрите, какие сморщенные, пупырчатые перчики. Очень-очень интересный сорт. Вот так выглядит этот перец. Видите, какой он весь пупырчатый. Весь такое впечатление, как будто его жевали. Растение многолетнее. Может расти 12 до 15 лет. Так что можно выращивать у себя дома на балконе как многолетнее растение.